Как планировать урожай? Ведь управлять погодой мы не можем. Путь один. Научиться полнее компенсировать отрицательные влияния природных факторов. В нашей стране создана автоматизированная система агрохимических исследований, которая существенно помогает в решении этой задачи. Прежде всего, зерно, которое высевается в почву. Что способен дать тот или иной сорт? Что ему для этого нужно? Во Всесоюзном институте удобрений и агропочвоведения для оперативных анализов использовали нейтронный генератор. Зерно облучают потоком нейтронов. А после этого оно само испускает гамма-лучи, и по их спектру можно судить о его химическом составе. Раньше такой анализ требовал немалых усилий и времени, а теперь производится в 1-1,5 минуты. И почву заставили полнее раскрыть свои тайны. Сгорая в индукционной печи, она рассказывает о содержании в ней азота, углерода, серы и других питательных элементов. Электроника обещает более надежно прогнозировать урожай. Закодированные показатели плодородия почв, количество питательных элементов, усвоенных растениями, погодные условия и другие данные – все закладывается в память ЭВМ. И теперь на запросы с мест от полеводов отвечает машина. Она выдает рекомендации по эффективному использованию удобрений. Автоматизированная система агрохимических исследований находит все более широкое применение в практике.